Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется World War Commander. Наконец-то вы здесь, командир. Нами получены разведданные о том, что враг окопался по ту сторону моста. Командование требует его немедленно уничтожить. Для строительства зданий и производства войск требуется снабжение. Его можно получать с ресурсных точек. Только пехота может захватывать объекты. Отправьте отряд на захват ближайшей ресурсной точки. Так, выберите отряд, чтобы дать ему приказ. Ага, ну давай отправим. Ресурсная точка, да, значит? Захватывайте ресурсные точки, чтобы строить здания и нанимать войска. Это, ребята, реал-тайм стратегия. Так, используйте полученные ресурсы для строительства казармы. Ну-ка. Позволяет нанимать разные виды пехоты. Сюда. Ну ладно, построим. Отличная работа, командир. Вы быстро освоились. Нам нужен еще один отряд пехоты. Понял. 50, да, стоит? Вы можете выделить сразу несколько отрядов для атаки. Давайте выделим оба отряда пехоты. Так, ну что же, давай. А как нам... Ага, вот. А теперь время действовать. Отправьте ваши отряды на захват стратегической важной точки. Эти точки обозначены буквами на мини-карте. Угу. Я так понимаю, вот этот, да? Точка. Так, ну-ка. Подожди-ка, я... Вот это что означает, ребят? Что, мы взяли два отряда, что ли, или как? Погоди-ка секундочку, а почему? Давай-ка все, я не могу понять, мы что, за немцев играем, что ли? Ну, конечно, что у нас тут получится, мы идем захватывать. И... Отлично, захватывая стратегические точки, вы уменьшаете очки победы оппонента. Когда очки победы одного из игроков подойдут к нулю, то бой закончится. А, нам нужно еще удерживать эту точку. Да ну! Серьезно? Нас поджидала засада, это недопустимо. Необходимо немедленно отправить подмогу на защиту стратегической точки. Постройте танковый пункт и вызовите средний танк Панзер-3, чтобы вытеснить врага с нашей территории. Ребят, по-моему, действительно мы как бы играем за немцев. Давай строить. Фига себе, у меня там пехота была, а он, понимаешь, вызвал против меня танк. Ну что ж, давай посмотрим. Где он? Я его не вижу, ребята. Вот он откуда выехал. Красавчик, ну-ка. Давай-ка мы с тобой этот танк уничтожим. Потихоньку, потихоньку двигайся. На! Отлично, командир, так держать. Настало время разбить оставшиеся силы врага и одержать победу. Вперед! Так, уничтожить все здания врага. Ну что же, танк у меня пока, наверное, ребят, здесь постоит. А мы с вами, знаете, что сделаем? Куда-то, куда... Не надо, не надо, не надо, стой здесь. А я, наверное, вызову пехоту. Слушай, а я могу как-то их, вот, например, из этого здания установить точку сбора, например, вот здесь? Ну что, пойдем. Пойдемте, друзья мои, потихонечку вот сюда. Вон они, солдатики. Ага. Получили свое? Танкуля, давай. На. Сейчас мы это здание разнесем в хламину. Продвигаемся. Ништяк. Это главный пункт, скорее всего, их не, да? Ну, Вы разрушили все здания. Отлично. Продолжить. О, мы еще и сундуки здесь получаем.
Что это такое? 50 медалей или что это? Ого! БТР-ка, что ли? Новый. Вот БТР-ка, а там, походу, джипарь какой-то был. Так, новый вид техники мы с тобой получили. Причем, смотри, ребята, компания делала-то довольно известная. Так, а это мы с тобой внутри. Подожди-ка секундочку, дай-ка я кое-что гляну. Здесь можно... Нет, нельзя. Я думал, что график можно еще четче сделать. Управление войском. Ох ты. Ну, ничего себе тут. А вот эту я штуку, пожалуй, возьму. И улучшу. Это легкая техника. Значимость данной машины в ходе Второй мировой войны трудно переоценивать. Бронетранспортер имеет высокую выживаемость, оснащен пулеметом, что позволяет использовать машину как подвижную огневую точку против живой силы противника и небронированных целей. О, так тут еще... Обалдеть. Ага, вот теперь я понимаю, для чего нужны вот эти вот. Ребята, это у нас очки на прокачку идут. Так, это уже интересно. Вот это что у нас такое? Можно почитать? Тяжелая техника. Ничего себе танк такой. Легендарный танк с самым мощным реактивным бомбометом, способный уничтожить практически любую цель на огромных расстояниях. Имеет слабую броню и выживаемость, но благодаря способности обстреливать цели с закрытых позиций и накрывать тяжелую технику крупнокалиберными снарядами, уничтожит врага и поможет одержать победу. Тренировка. А, уровень, все, я понял. Ну-ка давай мы ему повысить уровень. А, у меня не хватает карточек. Ну тогда пехоту надо, ребята, улучшать. Нужны карточки. Так, ну что, больше я пока здесь ничего взять не могу. Техники у меня нету. Улучшить. Угу. Ну что, пойдем с тобой дальше. Мы играем, ребят, действительно за Германию. Вступить в бой. Вы можете... Да это понятно. Подожди, подожди, а что, мы тут с реальными игроками, что ли? Серьезно? Так меня сейчас... Противник пишет найден. Меня сейчас здесь по полу просто, знаешь, лицом повозюкают. Как слепого котенка. Так, захвати ближайшие ресурсы. Ну, это понятно, ресурсные точки. Где у нас первая точка? Вот она. Беги сюда. А чего вы не бежите-то? Давай, давай, родные мои, бегите. Так, а я пока... Нет, 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 мне нужно... Войско, найм. А почему? А, я не могу, понятно. То есть нужно захватить вначале точку, после этого я смогу делать найм. Или в чем проблема-то? Враг захватил ресурсную точку. Вот сопляжуй-то, а? Так, у нас вот здесь где-то. А что это такое? В дом можно даже прятаться. Ну-ка, захватываем с собой вот эту точку. А вот это что такое? Непонятно для меня пока. Давайте вон ту точку захватывайте. Так, найм. Может быть, нам нужно стройку сделать? Да, ребят, конечно же, стройка нам нужна. Казарма. Стройся давай быстрее. Так, тут у нас еще есть наблюдательные вышки и оборонительный бункер, ДОТ. Ну и танковый пункт, это понятно. Так, ну что, солдатики пускай пока здесь, наверное, постоят. Опа, к нам кто-то движется, друзья. Так, солдатики приготовились к бою. Ну... Ага. Блин, а чего мы так быстро? Я не могу или могу здесь? Могу поставить дот.
Да пока я его построю. Смотри, он лег. Все как по уму, ребята, сделано. Так, а вас вот я могу, например, в дот поставить? Или он сам укрепленный? Так, тут еще противопехотный, укрепленный и противотанковый. Я сделаю их противотанковый. Так, дальше найм. Берем с собой два отрядика, делаем. Так, мне, наверное, вот сюда нужно будет поставить отрядик. Давай, ребята, вот сюда идите. Блин, зачем я тех-то взял? Да господи, блин, ну... Зергут. Я не понимаю, ребят, как мне... Как мне, например... А, вот, видимо, разделить. Вот всех. Куда вы побежали? Куда? Куда вы побежали, дурачки? Так, атак. Юнит, надо немножко, ребята, привыкнуть к этому управлению, если честно. Как делать отдельно? Так, сюда займем позицию. Так, а этот-то где у меня отряд? Че вы здесь-то стоите, господи? Они уже покромсаны, а кто их успел, интересно, тут покромсать? Это что такое? Огнемет. Миномет. Набор инструментов. Дальнобойное оружие с высоким пробитием и уроном. Уменьшено взрывной точности. Делаем. Прокачиваем против тяжелых техник. Так, найм. Нет, стройку делаем. Стройку. Вышку. Вышку можно, наверное, здесь поставить. Когда ее сюда? Строим. Так, а вы, ребят, наверное, у меня пойдете вот сюда стратегическую точку забирать. Так, будем захватывать ее. Танковый ставим. Ну, а больше мне, наверное, пока ничего не нужно, да? Только единственное, что найм. Так, тут пока держим. Вот эту точку тоже нужно забрать. Ну что, орлы, погнали. И здесь мы, наверное, построим с тобой... А, я думаю, бункер. Нет, вышку. Нет, все-таки бункер. Сейчас вначале захватим эту точку. Попытаемся захватить. А враг пока, как я вижу, не выпендривается. Сидит там тихо. Что для нас очень выгодно. Строить. Так, ну мы можем с тобой вот здесь его влепить. Пускай делается. Так, тут у нас... А вышку я могу? Ага, это наблюдательная. Пулеметная наблюдательная вышка. Противотанковая наблюдательная вышка. И локационная наблюдательная вышка. Увеличивает радиус обзора, броня и здоровье. Эффективен для контроля территории. Я, наверное, противотанковую сейчас здесь заклепаю. Сюда, кстати, нужно солдатиков бы. Если честно. Вот чего вы тут стоите? Не стесняемся, заходим. Так, а этот отряд... Пускай в доме сидит. Ну что, пора сделать нам, наверное, так, уровень 2. Прокачиваем. Так, а теперь давай, наверное, парочку. А что нам дает улучшенный бункер? Позволяет строить другие здания. Так, улучшение увеличивает лимит войск и генерацию ресурсов. Я не понял.
Так, а эту точку мы с тобой даже не захватывали еще. Так, пора захватить. Че, любуемся-то? А? Надо посмотреть, тут все ли спокойно, все ли тихо у нас будет. Езжай сюда, будешь прикрывать. Так, тут можно в дом спрятаться. Ну-ка, сбегай-ка, спрячься. А я, наверное, сделаю здесь тройку. Нет, зачем ты мне туда-то? Ага, здесь нельзя, только на стратегических точках, да? Понял. Тогда строим здесь. Так, у меня 27 человечков из 50 уже задействовано. 800. Сейчас, кстати, можем здесь прокачать чуть-чуть. Что это тут такое? Что-то сбросили, по ходу дела. Где-то уже выстрелы слышны. Так, а тебе тоже, наверное, можно прокачать? Что такое-то? Где-то выстрелы, я же слышу. Тут вроде бы все под контролем. Тут тоже груз. Зачем вы бежите сюда, а? Стой на месте. Так, подожди, где вот этот отряд? Который... Вот он, да? Не пойму я, где отряд, который стоит у меня в доме? Этот... А, тут даже можно три отряда, ребята, оказывается, прятать. Все-таки кто-то тут бомбит. Так, наем, короче, мы с тобой тогда... Ох, ё, давай. Панзер 3. Я хочу вот этот груз забрать. Ну что, друзья мои, погнали. Будем забирать вот этот вот груз. Надеюсь, получится. А где панзер, который я заказывал? Вот он. Панзер я отправлю вот сюда. Так, мы захватили здесь ресурсы. Встаем сюда, рядышком. Ну что, друзья мои, по-моему, настала пора атаковать их. Как ты считаешь? Так, захват... А, пехота же только может захватывать. Слушай, смотри-ка, мои что-то там... А, они из миномета строчат, господи. Прикинь? Минометчики почти уничтожили башню. Хм. Круто. А вот эти вот ребята пойдут у меня захватывать вот этот груз. Потому что только пехота может захватывать, как я понял. Давай-ка мы еще наймем с тобой, наверное, блин, не хватает. Сейчас возьмем. Это дальнобойная пушка. Как нам говорили. Смотри, у них уменьшается все. Меньше, меньше, меньше становится. Так, достигнут лимит. Улучшить штаб. Улучшаем. Ах ты, гаденыш. Он успевает, ребята, отстроить, оказывается. Так, ну здесь мы с тобой забрали все, что могли. Мне вот хочется вот так вот взять и обвести. Давай мы с тобой уже рванем, в конце концов, туда именно. Сейчас вот здесь вот прямо вот с ними и столкнемся. Тут у них бункер, все дела.
Ну? На! Нифига тут. Ты смотри, как он быстро тут выстраивается, а? Не успеешь, не успеешь. Так, мы уничтожили здание врага. Мы его должны захватить еще помимо этого. Так, пехота, захватывайте груз. Ценный, видимо. Ух ты, тыщенку сверху, прикинь. Стройка. Зачем мне это надо? Мне это не надо. Мне нужно, знаешь, что сделать? Вот что я хотел. Вот эту колобаху проверить. Так, а это, видимо, укажите точку сбора войск. Вот это я как раз и искал. Победа, ребят, я не успел. Врагов не было. Ну и ладно, это только начало, ребят. 50 очков на прокачку. Ох ты. Так, а кто это у нас такой? Продолжить. Новые виды пехоты. Ну что ж, давай посмотрим. Подпишись на обновление. Понятно. Кто вы такие, интересно мне знать. Как прочитать-то про вас? Тренированный отряд гренадеров, обладающий большой выживаемостью на поле боя и знающий слабые места врагов. Любое задание они выполняют успешно. Даже так? Ага. Так, ну я думаю, что их нужно брать. Нифига себе, у них мощей 253. Вот такие вот пироги. Ну что, мы готовы или как? Я думаю, мы готовы. А вот что это такое, ребят? А, пока только Германия, а потом, видимо, еще что-то, ребята, откроется. Новое. Новое будет, наверное... Новая, как это сказать тебе? Страна, новая нация, наверное, будет. Потому что сейчас у нас только Германия доступна. Так, противник найден. Только пехота, но это понятно, что только пехота может захватывать. Броневики и тому подобное не могут. Так, отряд у нас готов. Давай-ка встанем сюда. Сразу начинаем стройку. С казармы. Так, нанимать пока никого не можем. Ждем. Захват идет. Так, бегут пускай пока здесь. Нам нужно захватить эти точки как можно быстрее. Тут чей-то, интересно, лежит просто так, бесхозный. Гренадер. Вот так вот я сделаю. Улучшить не могу. А 250. Вот гренадеры пускай бегут как раз вот сюда. Здесь покрывают, стоят. Прибыл отряд пехоты. А вы у меня пойдете вот сюда. Враг идет, ребят. Фига-фига, он смотри, шпарит. В дом спрятались? Вот жучары. Эй! Нужна стройка срочно. Строим, потому что они здесь, ребят, нападают. Куда же вы побежали-то? Они в домах, любители попрятаться, я смотрю. А эту вышку я, наверное, сделаю. Так, пулеметная наблюдательная, да, пускай будет. Ну, так вот они сделали разведочку, я так понимаю. Бункер. Здесь пускай стоит.
Здесь тоже нужно что-то влепить. Но у нас не хватает пока ресурсов. Найм. Поехали. Так, мне нужно что сделать? Указать точку сбора, верно? Точка сбора будет здесь. Так, эти стоят. Здесь пока тоже хорошо все. Можно сделать небольшую такую вылазку. Посмотрим с тобой потихонечку здесь. Ага. Подкрадываемся потихонечку, не спеша. Солдаты, они меня уже видят, чуют. Строчим, ребята. Ага, еще минус один, все. Мы их тут уничтожили. Сейчас я захвачу эту точку. Опа. Блин, а дом-то их хорошо тут защищает, я смотрю. Так, давай-ка мы с тобой быстренько, наверное. Пускай бегут. Посмотри, засели называется. Так, здесь мы захватили стройку, срочно делаем стройку. Здесь мы ставим вышку. Нет, вышку я хочу вот здесь. А почему я не могу здесь вышку поставить? Потому что, ребята, она только защищает вот эти вот. Верно? А бункер? А бункер я могу ставить где захочу. Понял, вот в чем разница. Так, где-то у нас тут. Все, ушатали. Раз такая пляска пошла, давай-ка мы с тобой захватим, наверное, вот эту точку. Втроем они здесь, да? А вот эти ребята уже пускай захватывают тогда вот эту. Так, а мы с тобой поставим, знаешь что, стройка. Да-да-да. Танковый ангар. Что, захватили, да, получается? Нам нужно, наверное, этих ребят. Повысить до пулеметчики, гранатометчики. Давай до гранатометчиков мы их повысим. Этих мы подвинем сюда. И здесь я их прокачаю до автоматчиков. То есть те будут гранатометчики, а эти автоматчики. Так. А вас мы сделаем. А что они делают? Снижен наносимый урон. А, они ремонтируют технику. Так. Ну-ка давай. Что, всех что ли вы... Воу! Ты посмотри! Ничего себе у них тут. Давай-давай-давай-давай, расстреливай. На, в мясо. Так, надо вот эту вот башню нафиг уничтожать. Гранатометчики, да, уже присоединились. В плане мы потеряли отрядный пехот. Да ну! Это понятно, что. Сколько там дофига не хватает, да? Танка, я буду вызывать, ребята, танк. Там еще, смотри, бежит олух. Наверху. Так, друзья мои, давайте-ка идите сюда. Там-то что у нас происходит? Чего? У него огнеметчики, ты прикинь? Это совсем уже не смешно.
Так, найм, мне нужен вот этот танк. Делаем. И пускай он, знаешь, куда едет. Так. Точка сбора. Пускай он едет вот сюда, наверх. Да, дот пока... Слушай, отбивается дот. Ё-моё! Хана моему отряду здесь. Нифига, ребята, он огнеметчиков здесь позвал. Вот твареныш, а. Так, ладно, на мосту тогда мы с тобой здесь, наверное, скооперируемся, да? Или куда? На мосту пускай стоят. Сброшен контейнер с ресурсами. Где он сброшен? Они все-таки идут, а? Они не дадут мне здесь нормально. Танк, надеюсь, от тебя здесь будет толку. Так, давай, родной. Воу, воу, воу. В дом, да, ныкаться сразу побежали? Мы сейчас и дом тебе снесем. Ой-ой-ой. У меня армия-то хоть какая-нибудь идет? Давай сделаем вот так вот и вот так. Ага, вот так вот и вот так. Нужно что-то по пехоте. Скажите точку. Так тут... Ага. Спрятались в дом. Огнеметчики там были. А танк справился, друзья мои. Причем довольно неплохо справился. Здесь два отряда. Знаешь, что мне нужно сделать? Мне нужно прокачать. Блин, не хватает. Сейчас, подожди секунду. До второго уровня. Кто-то вот здесь вот шоркается, ребята. Ты сейчас серьезно? Это гранатометчики там, ребят. Давай, 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 давай. Да вы стойте, расстреливайте вы их. Вон он, видишь, один минометчик стоит. Побежали сразу трусы, а? Минометчик. Ха-ха, все, мы его ушлепали. А сами быстренько захватываем эту точку. Не, ну, мне кажется, на самом мобильнике было бы намного проще управлять, ребят, чем вот так вот туда-сюда мельтешить. Что такое, что мы там захватили? Фига такой джипарик. Так, а если я, например... Вот хочется их выделить, знаешь, как вот в играх. В стратегии берешь и вы... Ну, так вот, обвел в квадратик, и все, и они выбрались. Кто у них тут? Мне вот хочется посмотреть просто. Ага. Там что-то кто-то строчит. Ох, 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 ох. Да, машинка грузовая, куда поехал-то? Слушай, ну тут все как в реальности, да? Пушка должна развернуться, она не так бы сразу... Да кто там строчит-то? Откуда-то оттуда аж? Ну ничего себе тут... Ох! Танку, по-моему, кранты, ребята. Прикинь? Найм, срочно найм. Блин, это дорого стоит. Так, нужно нам вот эту попробовать точку взять. Да, эта машинка тут вообще, ребята. Блин, захватили уже территорию-то здесь. Так, один отряд пойдет сюда у нас. Найм. Так, 950 нужно, да?
Сейчас сделаем. Сейчас закажем эту тачку. Это вот тяжа. Делай его, роднульку. Так, вы захватили? Вы не захватили же, дурачки. Вы куда побежали-то? Здесь у нас груз. Один из отрядов пойдет захватит грузик. Тут пока держим. Тут пока все хорошо. Идите сюда, вот здесь будете стоять у меня. Опа, кто это тут? Танк. Ядрить, мадрить. Здесь построю. Слушай, танк это плохо. Эта вышка у меня какая? Блин, надо было... Надо было вот эту делать. Успею ли я? Усиленно гранатометом. Фига себе. Так, радость моя. Куда поехал-то? Встань сюда. Я офигею, ребят. Нифига он там. Смотри, что творит, а. Трэш, короче, начался. Так, ну мы, главное, чтобы груз-то здесь подобрали, да? Стройка. Давай, строй здесь. Что угодно, главное, строй. Ого. Куколка там у них, смотри, какая ездит. Строй, давай, строй. Чем больше, тем лучше. На-ка. Танкульчик. А куда это все стреляет? Так, по-моему, он тут ко мне едет. Танк родной, ну-ка иди сюда. Надо подсобить. Ты видел? Летел снаряды прям в этот танк. Так, 70 очков для прокачки. Ох ты. Что это за партизан такой? Ёлки-палки, еще один новый танк, ребят. Ну-ка давай почитаем. Кто это такие? Отряд, снабженный лучшими пулеметами Второй мировой войны, готов поддержать всю пехоту и возглавить оборонительные операции. Способен быстро уничтожить противника на средней дистанции благодаря высокому урону и скорострельности. О как. Улучшить. То есть это мы точность будем, да, улучшать? Бронебойность. Как все дорого у них стоит. Ребят, посмотри, соточка, не меньше просто требуется. Это помимо того, что еще самих их нужно потренировать на уровень. Ну вот эта вот детальность мне, конечно, нравится. Так, если мы с тобой вот их, наверное, убрать, а вот этих все-таки взять. Плюс у нас новый танк появился. Опасный штурмовой танк вермахта, предназначенный для борьбы с огневыми точками противника. Имеет слабую броню, но оснащен мощным и точным оружием. Урон 170, здоровье 740. Можно... А, требуется карта второго уровня. Все, я понял. Мощь 1134. Я думаю, что все равно этот танк нам пригодится. Заблокирован, ты прикинь, тут какой-то танк офигенный. Легендарный, ребят, какой-то. Так, ну пехоту мы с тобой открыли вс... Нет, не всю, у нас огнеметчика, гранатометчиков нет, минометчиков. Инженеры. Много эпических здесь. Раз, два, три я вижу. Три эпических танка будет, плюс один легендарный. Окей. Так, я думаю, что, наверное, вот этот танк нам нужно с тобой улучшить. Так, 1143.
1153. И самое главное, ребята, конечно же, наших вояк. Без них нам бы было очень плохо. Так, повысить уровень. Карточки у меня нету, поэтому повысить я пока не могу. 50 очков есть, так. Ага, тут не меньше соточки, ребята. Будьте добры, как говорится, покланитесь и освободите место. А этот танк-то я могу? Опа! Я ему уровень повысил. 2616. Как тебе такая пушка? Блин, ну ты видел, каким он там снарядами влуплял? Он танк просто попал в него и в мясо его. Легендарный танк с самым мощным реактивным бомбометом. Вот он бомбометом-то своим и дал прикурить врагу. Ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этом остановимся. Обязательно увидимся и продолжим в следующей серии. А ты пиши в комментариях, как тебе игра. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.